Петропавловске начнут сбор средств для спасения пернатых. С наступлением холодов в местный ботанический сад вновь стала поступать израненная птица. На днях горожане вытащили из озера замерзающих лебедя и пеликана. У них еще не окрепли крылья, а в регион уже пришла настоящая зима. В зооуголке теперь целая стая лебедей, много других питомцев. Косули, лисица и осел. Все они уже стали ручными, и защитники фауны просто не могут выпустить их в дикую природу. Основной проблемой стоят именно финансы на содержание этой птицы, потому что пеликан съедает в сутки как минимум 3 килограмма рыбы. Сами посчитайте, по нынешним ценам, это весьма солидная сумма за месяц набегает. Поэтому просто просьба, что кто может чем-то помочь, значит, чтобы помогали.